В Сочи начал работу российский инвестиционный форум. В медиацентре уже прошли первые мероприятия. Официально форум стартует 14 февраля. В Сочи находится большая делегация из Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым. Михаил Игнатьев примет участие в деловом завтраке «Питч-сессиях». Кроме этого, участников ждут панельные дискуссии, посещение выставок, деловые встречи, заключение соглашений о сотрудничестве. Как ожидается, в форуме примет участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Напомним, российский инвестиционный форум 2019 пройдет в городе Сочи с 14 по 15 февраля.